В общем-то, ребят, всем привет. Решил записать видосик с круточками, отдельно на канал залить. А расклад такой. Сейчас появился... А что звука нет? Сейчас появился баннер с Хутавой. Вот буквально минуту назад. И мы будем крутить. А, прямо сейчас мы находимся в прямом эфире на этом же канале на Ютубе. Ну и там на других площадках. Играем мы в Genshin с самого нуля на стримах. Уже 35-й ранг имеем. И на данный момент у нас сколько круток? Сейчас посмотрим, у нас 9000 примагемов накоплено и 11 фиолетовых круток получается. Сейчас давайте зайду. Посмотрите на это. О, ровно 9000, ребят. Ровно 9000. Сейчас будет первая легендарка в игре. У нас шанс 50 на 50 на Хутау. Будем надеяться, что выпадет. Так, ну я даже чуть немного волнуюсь. Давайте... Примагемы переведем в круточки. Да? Как это сделать? Сейчас, секунду. Магазин пайма. Звездная пыль. Ой, я ж могу сейчас звездную пыль потом докрутить. Камни стока. И на полную 56 круток. Купить. Жесть. Сколько у нас по итогу? А где баннер Хутава? Я пропустил? Я что-то не знаю. А вот Хутавочка. Вот Хутава. 67 круток. И помимо этого еще 28 круток в ивентовом баннере сделано. Если я не путаю, давайте глянем. Сейчас посмотрим. Так, 1, 2, 3, 4, 5. 10, 15, 20, 25, 28. 28 круток. Давайте по десяточке крутить. Надеемся, что легендарочка выпадет. Хутава, приди. Ну, тут самый прикол в том, что как минимум легендарка выпадет, это уже хорошо. Первая легендарочка за мою игру в Genshin. Это прям жестко. Ребят, погнали. 67 круток только что сейчас делаем. И у нас еще и за звездную пыль там накопится и так далее. Так что... Есть шанс еще даже, подожди, я сразу так сделаю, выбрать курс посох Хома, чтобы было. Поехали, ребят, поехали. 10 круточек. Полетели. Эпик, дайте персонажа, ну, мне постоянно выпадает за 10 круток, выпадает не персонаж, а бесполезное оружие, которое я не использую. Черная кисть, лук ворона, ну, говно какое-то падает. О, меч небесного, хотя у меня уже 5-е прохождение. Да ладно, Нингуан. Нингуан прикольная, я ее хотел. Нингуан это хорошо. Новый персонаж, это всегда замечательно. Нингуан прикольная девочка. Дубину дадут. Дубина пока не было. А, вот дубина, кстати. Дубину реально дали. Эпос хватит. Почему на заднем фоне все разговаривают, ребят? Можете не разговаривать на заднем фоне. Какие-то там голоса NPC. Ладно, поехали дальше. Еще 10 круточек. Ну дайте Лего, дайте Лего. Я многого не прошу. Точнее не то, что Лего, дайте Хутавочку сразу. Это сколько у нас? Это 48 круток уже сделан. 48. Ранней Леги не будет, я так понимаю. Дубина переговоров. Меч драконьи крови. Эпос. Лук, клятва стрелка. Рога, лук ворона. Это, конечно, все замечательно. Это прям очень замечательно. А, мне все-таки посох вы. А что за посох? Гроза драконов. Кстати, посох. Ребята, на кого это можно впихнуть? Гроза драконов это нормальная темка? Так, опять эпик. Леди нет. Дубина переговоров, но стандарт уже. Руководство по магии. Руководство по... Да. О, Нингуан. Две нин... С1 Нингуан, ребят. Жесть. Нингуан прям хорошо. Нингуан это замечательно. С1 Нингуан это замечательно. Это хорошо. Мне такое нравится. Пока все идет, в принципе, неплохо. Две Нингуан меня устраивает. Неплохое копье на Сен-Лин в любом случае. Возможно, прокачаем его потом. Предвестник Зари. Ага. Поехали дальше. Сколько мы круток сделали? Подождите, 30. Это 58 круток сделал. 58 круток сделал. А где? Дайте Хутаву уже. 58 круток. Можно сейчас, ребят, можно сейчас Лего. Опять эпик. Она вообще хватит. Я, может, просчитался? Секунду. Дубина. Мечи. Нингу. Это что такое, ребят? Нингу. Это что такое, ребят? Почему мне третий раз подряд Нингуан падает? Секунду. Почему? Почему мне постоянно Нингуан падает? С2 Нингуан, жесть, это, по-моему, первый персонаж С2, если я не путаю ничего. У меня персонажей не так много. Кстати, если вы не знаете, мне еще С1 Кея выпадал.
как мне сказали, это очень редкое явление, когда такие персонажи, как Кия, падают вообще в баннере. Это жестко. Ну, стандартный баннер вообще меня скамит. Опять же, я в стандартном баннере сделал, по-моему, 40 руток уже, и за 40 руток мне 4 эпических оружия выпадало, и ни одного персонажа даже. Я надеялся, что хотя бы выпадет эпический персонаж, но просто оружие давали и давали. Но это у нас ивентовый баннер, и я надеюсь, сейчас следующие 10 круток нам выпадет куталочка. Давай, давай. Пуляем. Пуляем, ребят. Должна. Лего, давайте. Лего. Сюда, Лего. Сюда, на базу. Блин. В смысле? Эпик опять выпадает. Опять Нингуан? Ну давай, давай, покажи Нингуан, конечно, покажи. Рогатка. А, меч флейта. Кстати, меч флейта вроде прикольно, да? Меч флейта, это неплохо. Меня скамят. 78 уже. 78 уже сделал. 78 круток и леги. Ну ладно, нормально. Следующая десятка должна быть везучей. А лука... Нингуан? А тут кроме Нингуан какие-то другие персонажи падают, я не понимаю. Ребят, может это баннер такой, секунду. Тут или Хутава, или Нингуан. Типа С3 Нингуан, вы издеваетесь? С3... Почему? Какого черта? Ну-ка, что за мечик? Сила атаки? О, кстати, неплохой мечик. Попадание обычное или заряд. С3 Нингуан, это смешно. Это смешно вообще. Так, прежде чем мы выйдем Лего, давайте всю пыль переведем в крутки. Звездную пыль я имею в виду. Давайте. Обменять. Кстати, мне еще хватит на синие круточки. Но можно сразу... А, только, в смысле, одну только? О, давайте прежде чем Лего выбить, крутанем одну круточку сделаем в стандарте. В стандартном баннере давайте. Сейчас Чичи выпадет, смотрите. Смотрите. Сколько тут круток сделано? Давайте посмотрим. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42 крутки. 42 крутки в стандартном баннере. Давайте, Чичан, сюда на базу. Не, выпадает говно. Это плохо, это знак того, что нам не выпадет Хутава. Ну дайте Хутава. Сейчас должна Лего выпасть. Сейчас должна Лего, ребят. Дайте Хутавочку. Дайте родную Хутавочку. Пожалуйста. Ну сюда, дайте ее на базу. Лего, ребят, Лего полетело. Первый легендарный персонаж. Ребят, изумрудный шар. Вот. Куталочка выпала, ребят, куталочка. 50 на 50 прохнул. Живей. Куталочка сюда. Еще и синтюция один. Господи боже. Что это такое? Сюда, на базу. Жесть, ребят, прикиньте, Хутавочка 50 на 50 первая легендарочка. Я ее столько времени копил, я ее прям с момента того, как узнал, что баннер ее будет, начал копить на нее. Я знал, что она будет моей, ребят. Прям хорошечно. Хутавочка, Синсю С1, это вообще жесть, ребят. Жесть. Это хорошо. Так, давайте теперь... Блин, может, Елань выбить раз? Жесть. Давайте посох Хомы. Может, 12 круток выпадет, как считаете? Я, по-моему, баннер оружейный не крутил. Ну-ка, историю чекну. А, один раз крутил. Дубина переговор. Блин, ну, ребят, жесть. Мне даже как-то сначала стрёмно было перед крутками, то, что я думал, не выпадет. А тут прокнуло 50 на 50. Жесть вообще. Аж что-то аж голос начал дрожать. Ну не, я реально хотел Хутавочку. Хоть и мне будет, возможно, тяжеловато, но я в любом случае хотел. Давайте посох Хома крутить. Так, меч небесного всадника, это понятно, клятва. Да, каменный меч. Ладно. Угу, понятно. Ничего дельного не выпало, ага. О, гроза дракона. О, пробуждение, еще одна, на грозу дракона. Сюда. Еще одна? Нет, это черный кис. Неплохо, кстати, неплохо. Так, еще две крутки есть. Можно, можно. Ты еще крутки можешь купить? Не, я уже купил крутки. Я уже не могу. Ну-ка, случайно свернулся. Еще раз помолиться. Ну прям идеальные крутки получились. Прям идеально. Первая легендарка сразу Хутава, 50 на 50, это просто мощь. Это просто мощь. Ну-ка, давайте посмотрим на Хутавочку. Так, надо встать. Ой, я упал. Подожди, я упал. А как? Ага, сейчас. Сейчас, секунду, ребят, я залез. Так, ну что, да куда ты? Куда ты упал? А почему она не поворачивает? Ветер сбивает. Блин, я залезть не могу. Короче, пофиг. Где там Хутавочка? Короче, нужно сделать. Так, ну-ка. Вот она, сладкая, хорошая девочка. Вот Хутавочка наша.
Вы посмотрите на эту красоту. Красотища просто. Давайте сразу посох. Какой-нибудь ей влепим. Вот этот, допустим. Во, а во, другое дело. Во, поздравляю с тобой. Спасибо, ребят, спасибо. Это было жестко. Давайте сразу прокачаем ее. Это прям, ребят, это прям. Давайте. Еще круточка будет сейчас. Еще одна крутка. Еще даже две крутки. Ребят, смотрите. Так, это так. Еще две крутки, потому что у нас Нингуан. Две синих крутки. И сейчас Чича еще будет, смотрите. Возвысить. Погнали. Возвышаем. Резко заранее. Фарм для хуталочки. На этот случай. Так, забираем круточку. Дальше прокачиваем Нингуан. Где он? Блин, я вообще рад. Нингуан и хуталочка. Вот эти два персонажа я как раз таки и хотел. Это меня более чем устраивает. Повысить уровень. Погнали. Ага, полетели. Сейчас быстренько еще одну круточку возьмем. Ой. Я что-то лишнего нашел. Так, возвысить. Ага. О, хватает на прокачку Нингуан. Хорошо. Я думал, не будет хватать. Так, и вторая круточка. Так. Погнали выбивать Чичу из двух круток. Почему нет? Может повезет. Может прокнет. Где у нас? Чича. Две круточки стандарт. Давайте. Давайте, полетели. Ваня, добрый вечер. Добрый вечер. Какими судьбами? Так, и вторая круточка. Это эпик. Дайте персонаж. Блин. О, лук неплохой. Ржавый лук. Я видел, что его многие используют. Ржавый лук — это имба. Блин, ребят, ну это жесть. Подожди, ржавый лук. Я сейчас щепну быстренько. Где он? Инвентарь. Нет, он персонаж, да? А на кого она, допустим, не знаю, Сара? Сила атаки. Жесть, ребят, так это шимба. Ржавый лук, посохи. Блин, ну мы вообще повыбивали, конечно, по красоте. Мы еще и на Синтью есть созвездие, вы что, рофлики? А подождите, ребят, срочно, быстрее говорите. В общем-то, меня более чем устроили эти крутки. Вот моя хуталочка. Я тогда останавливаю запись. Всем спасибо, если кто-то смотрел на видосе. Как-то так получилось. Решил записать видосик по круткам. И прям такие круточки хорошие. Ой, жесть. Если хотите, подписывайтесь на канал, лайки ставьте. И мы стримим Геншин периодически на этом же канале. Так что можете залетать. Вот. Всем спасибо, кто был в видосе, смотрел. Всем удачи. Увидимся, может, еще. А может и нет. Посмотрим. Всем пока, ребята.